Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья, все мои подписчики, ну и те, кто смотрит мои видео. Вот ко мне пришла сегодня на почту посылка, вот прямо сейчас, сегодня как раз суббота, и вот я ее сразу распечатываю, чтобы, потому что я выходная, чтобы потом ее не распечатывать уже. Ну, то есть, чтобы ее, то есть, не хранить до следующих выходных, и чтобы она не лежала. Вот. И сразу говорю, что в этой посылке, в этой кукле я ужасно разочарована. Кукла вообще полная фигня. Ну, кроме, конечно же, ее вида внешнего. Вот. А внутренний вид полная вообще фигня. Так что, если вы хотите таких кукол покупать, Академии Грез, я советую вам не покупать. Вот. Я, конечно же, хотела еще кого-то, может быть, даже всех бы собрать, или еще какую-то, но больше я из таких кукол не буду покупать. Мне она вообще ужасно разочаровала и не понравилась. Во-первых, разочарование полное. Это вот, смотрите, вот такие блестерки у нее по всей почти голове были. Что я очень большую часть только что просто-напросто вот выдернула, потому что они у нее торчали так же, как вот на вот этом арте. То есть все вот так прям сильно торчали. Вот, кстати, она как выглядит в мультике на арте. И вот, вот ее тоже тут арт. Вот это вот очень красивый, конечно. Вот они все куклы. Я вырезала здесь из коробочки. На коробочке еще были такие мелодии тоже прозрачные. Вот. Но куколка вообще как бы полная фигня. Во-первых, вот, да, я сказала, на волосах были. Во-вторых, волосы все залачены. У нее прям аж они стучат. Прям сильный стайлинг такой. Это я вот уже сейчас вот так вот прям руками раздвигала. Здесь вот немножко сделала. Даже не знаю, как бы мыть я не хотела, но не знаю. Пока так оставлю, наверное. Потому что блестюльки я выдернула. Но у нее здесь сильно залачены волосы. Это второе разочарование. Третье, вообще самое ужасное разочарование, это ее шарниры. Они вообще не двигаются практически и едва вот-вот могут сломаться. То есть я даже боюсь ее теперь брать. Ну, то есть купила, называется, куколку. Вот. То есть они сгибаются вообще не до конца. Видите, вот здесь в локте, то есть вот, вот так только, наполовинку, на чуть-чуть. А кисть руки вообще не гнется практически. То есть она, я вот здесь даже пыталась подрезать. Вот, видите, она вообще практически не гнется, вот. Я даже согнуть не могу. То есть она возвращается в исходное положение. Вот. Она не гнется вообще. Я не понимаю, зачем там шарниры. А здесь также вот. Но здесь еще чуть-чуть получше вот он сгибается. И вот здесь тоже. Но вот здесь вот, если сильно загнуть, то может сломаться палочка. Поэтому вот это вообще полная фигня кукла. Я не знаю, как ее теперь вот так только и все. Это все равно, что, блин, не шарнирную куклу купить. Она вообще не сгибается. И даже боюсь ей руки вот здесь вот согнуть, потому что там она уже перегнулась, и видно, что едва вот-вот, если и все, она может у меня даже через неделю, может быть, или через месяц сломаться уже. То есть кукла не вечная, так я понимаю. Вот. И еще одно разочарование, это ее ноги. У нее ноги гнутся так же, как практически у кукол этих фей, которые Дисней, но у этой еще хуже. У нее вообще не гнутся ноги, а шарниры есть. То есть вот они, шарниры есть, да. И видите, ноги у нее не гнутся, потому что у нее вот здесь вот нет отверстия. Видите, вот. Они вообще ни туда, ни сюда не гнутся. Вторая еще вот немножко. Так, чуть-чуть, но вот эта вот нога мешает. Видите, вот здесь. Она упирается вот сюда. Это здесь еще нужно проход делать, но здесь не делаешь, не вырежешь, если только, не знаю, специальным инструментом каким, вот здесь вот вырезать вот так вот, чтобы шарнир проходил. Он не проходит, видите, ноги вообще не сгибаются. Поэтому я вообще полностью разочарована, что я купила. Это вообще, это кукла какая-то, не кукла, а срамота, в общем. Вот, так что разочаровалась вообще полностью, то есть... Она у меня даже, наверное, год не проживет. Но я так лично думаю, что обязательно потом в скором времени что-то может сломаться. Потому что кукла вообще фигня натуральная. Я ее купила, потому что она мне тоже по внешнему виду понравилась. Но
то, что она такая фигня, я вообще даже не думала. Потому что вот я посмотрела такую же куклу, вот подделку на нее, подделка наверняка лучше, потому что вот на Одноклассниках, вот кукольный мир есть группа, там администратор у него Рислав Акидон, вот, и у него есть кукла такая подделка на эту Леону, и мне кажется, она даже намного лучше, чем вот эта, потому что шарнир у нее, наверное, лучше, ну, по фото, как я видела. Поэтому-то я и заказала вот тоже такую же куколку, потому что она мне понравилась. И это называется, блин, оригинал. Это вообще, это хуже даже подделки кукла. Вот, поэтому я даже не знаю, как с ней теперь обращаться вообще прям. Я очень разочарована, что я ей заказала. Надо реально смотреть теперь обзоры, чтобы заказывать кукол сначала. Вот. Так что я лично советую ни одну куклу из этой коллекции не покупать. Они очень ужасные, особенно оригинал. Если подделки, то еще можно покупить. Но только не оригинал. Эти куклы ужасные. Вот. Ну, естественно, вот у нее все волосы кудрявые. Были золотинки, которые я вырвала. Здесь еще остались. Может быть, тоже вырву их. Что они торчат все. И очень некрасиво. А на голове у нее одет вот такой вот ободок, который я, наверное, сниму. Но это как бы ободок, идет музыкальный инструмент. Вот он идет с наушником. Здесь вот наконечники, наушник ее. А глаза у нее типа тоже стеклянные такие, да, и вставные видно, что. То есть вот туда он у нее в лицо вставленный, то есть не нарисованный. Вот. А здесь у нее тени с блестками, вижу, тоже есть. Глазки желтые. Сама куколка как бы вроде негритянка, но она как бы из золотистого, да, цвета сделана. Вот, значит. Тут у нее такая кофточка, которая отдельная. Она, ну, то есть от штанишек отдельно, а вот это все вместе, я как вижу. Так. А, нет, вот эта вот кофточка, она отдельно снимается. А хотя не, вот вижу вместе, да. Вот эта вот накидка желтая, она только вот здесь спереди, вот видите как. А на самом деле вот эта желтая накидка из сеточки, она пришита вот за эту вот кофточку сзади. Вот она все вместе. Здесь у нее такой пояс, который тоже снимается. На нем звезда. И вот спускаются вот такие две маленькие звездочки тоже на ленточке с этой звезды. Вот. Леона вроде бы кукла певица, как я поняла. Вот. И такие штанишки. И еще одна странность. Смотрите, у нее липучки на этих штанах находятся спереди, а не сзади. Вообще-то липучки должны находиться всегда сзади штанин, а здесь спереди. Ножки у нее тоже маленькие очень. Одеты вот такие вот необычные желтые тоже ботиночки, из которых вот так вот торчит тоже вот здесь вот как бы ворот такой. Здесь и здесь, и вот здесь звезда у нее тоже. И видно часть носочков ног у нее. Так-то на внешний вид куколка очень красивая, но меня разочаровали ее шарниры. Ладно, там эти штаны липучка, это просто я говорю, что странно, что там липучка. Это вообще не недостаток. Или вот волосы залачены, или даже вот эти золотинки. Я их вон выдернула, и все, тем более волосы вообще можно помыть. Но вот шарниры ее, вот это вот уже беда. Я вот очень даже прям расстроилась из-за нее. Так ждала ее тоже, вот, да, заказала, и вот она пришла, и у меня такое разочарование, что у нее не сгибаются практически шарниры. То есть куколка что шарнирная, что не шарнирная, то есть одно и то же практически с не шарнирной куколкой. То есть как я буду фотографировать, я вообще не понимаю. Если только так вот просто ставить, или вот так просто сажать. Ну, вот так вот как-нибудь. То есть ноги прямо. Ну, в принципе, у меня есть нешарнирные куколки. Я с ними же как-то, наверное, справлюсь. Вот, например, Белль, которую я купила, у нее тоже ноги нешарнирные. Ну, по крайней мере, у нее с руками все нормально. Шарниры сгибаются. А здесь, блин, вообще он не сгибается. Особенно вот эта кисть. Я вот здесь пыталась щипчиками отгрызть, я думала. И даже масло налила. И она не крутится, видите, вот. То есть она возвращается назад.
Не понимаю вообще, почему она назад возвращается. Ну, вот видите, вот я согнула, да, и вот, и отпускаю, она назад возвращается прямо. Что-то такое вообще. Ничего не понимаю. Почему она не сгибается-то назад? Вот это вот и то, видите, вот. Вот это вот согнулось вроде бы, и нормально, вот. Она, вот это вроде получше, вот, сгибается. И даже вот здесь вот, вот получше немножечко. И, ну, тут тоже, да, вот, в локте, ну, вроде бы нормально, как бы. А вот эта рука, она вообще, вон, возвращается назад. Я пыталась вытащить ее и снять, но она не вытаскивалась, поэтому... Ну, значит, буду вот эту вот руку как-то вот так вот делать просто, то есть... Не буду ее сгибать, потому что мало ли, я сейчас еще так начну гнуть и вообще могу сломать, потому что кукла только что распечатана, новая, как-то не хочу сразу в первый день сломать. Потому что все-таки по внешнему виду она мне нравится. Вот. Ну, может быть, просто мне такая досталась такой рукой. Может быть, остальные нормально гнутся, потому что вот эти вот, вот это же гнется вот и не возвращается в исходное положение. Ну, может быть, там что-то застряло, резина какая. Если, может быть, гнуть ее понемножку, может быть, она разогнется все-таки, не знаю. Ну или так оставлю тогда, вот просто буду фотографировать вот так вот, как прямо, и, ну, и все ставить. Вот. Ну, я лично, мое мнение, что эта кукла не доживет год, и то есть мне может за год за этот что-то сломаться, то есть до 8 апреля 2018 года, мне кажется, она не доживет, у нее что-нибудь сломается, потому что у меня в основном у всех, все куклы целые. Вот. Ну, Изи только сломалась, и то, но это я уже ее сама сломала, потому что я пыталась ей голову снять впервые в жизни кукле этой, и поэтому вот она у меня как бы и сломалась. Я сама там порвала ей в голове ее резину. Ну вот, в общем, вот такая вот у меня теперь новая куколка, которую зовут Леона Старлинг. Вот у нее тут написано даже Леона Старлинг. Вот. Есть еще такая, по-моему, базовая, потому что она немножко по-другому там выглядит, но в основном так же. Вот. Но это я заказывала Леону с музыкальным инструментом. Вот, видите, у нее есть вот этот, вот раз сказала, вот он наушники с... С ободком таким, это вот и есть музыкальный инструмент. Я, может быть, его отсюда сниму. Потому что он как-то смотрится не очень. Здесь нитками он замотан. Ну, и, естественно, его потом можно просто одеть и закрепить даже резинками. Вот. Даже ноги там, ладно, то, что не гнутся, это еще нормально. Но вот почему вот эта рука не гнется вот здесь-то? Видите, она даже возвращается в свое исходное положение. Я ничего не поняла. Вообще не гнется. Я даже маслом вот смазала, и все. Она не гнется. Возвращается назад. Как будто там резина стоит, и она не дает ей держаться вот так вот. И возвращается назад. Ну ладно, как-нибудь справимся. Главное, чтобы аккуратно и ничего не сломать. Потому что как бы... Все-таки я не хочу ей что-то сломать. Я с ней буду аккуратно обращаться, конечно, потому что не хочу, чтобы кукла сломалась. Вот. Ну, и даже через месяц там, или, ну, надеюсь, все-таки она, извините, не выспалась просто сегодня, и вот, или поздно легла, еще племянница у меня ночевала, она утром рано встает и спать не дает, она кричит, орет, поэтому я зеваю. Вот. Ну, вот такая вот у меня новая куколка теперь появилась. Вот. Но я бы советовала вам таких кукол не покупать, потому что они как-то, на мой взгляд, они не очень. Ну, по крайней мере, по шарнирам так точно. Вот. Ну, может быть, у кого-то нормальные шарниры, но мне лично вот такая вот попалась. И я лично больше таких кукол не буду покупать, потому что я их... Не очень-то хочу, потому что меня вот уже Леона разочаровала немножко по ее шарнирам. Поэтому остальных я кукол покупать не буду. Я вот сейчас как раз ко мне придет тоже совершенно новая кукла Шибадзуку.
Я тоже о таких куклах ничего не знаю, но, по крайней мере, я обзор смотрела на них, и на обзоре они выглядят очень красиво, и мне понравился обзор, то есть их там полностью показывали, тоже и тела их, и все, и рассматривали, то есть куклы очень красивые. Я надеюсь, Шибадзуку меня не разочарует, и потому что я планирую еще одну Шибадзуку заказать. Кроме Кои, я хочу еще Шидзуки. Заказать, поэтому, но еще мне Йоко, конечно, нравится там, но не знаю, смогу ли я заказать их или нет. Ну, пока что вот жду теперь Брайер Бьюти, конечно же, следующая посылка меня не разочарует, потому что там все-таки Эверяшка Брайер Бьюти, а Эверяшки они нормально сделаны, хорошо, потому что все-таки фирма Mattel, хоть Mattel сейчас и тоже разочаровывает, делает и ужасает кукол всяко разно, без подставок, например. Без шарниров, но все равно Mattel все-таки проверенная фирма и делает она кукол лучше. Вот, ну вот, надеюсь, я как-нибудь с этой справлюсь куклой и ничего ей не сломаю. Вот такая вот моя новая куколка, которую зовут Леона Старлинг. На мой взгляд, она меньше даже кукол Барби. Сейчас сравню. Так, вот взяла я куклу Барби, ну да, меньше, а на фото я видела, что они одним ростом с куклой Monster High и Ever After High, но если они даже меньше, чем куклы Барби, вон, даже почти на целую голову, то значит, это какая-то другая, наверное, там по фото была кукла, не из этих, потому что она стояла вместе с Фейбл Торн и Джиджи Грант. Вот. А они такие же куклы Ever After и Monster High, как куклы Барби ростом. Вот. И она, видите, даже меньше, чем Барби. Наверное, такая же, как Банни Бланк маленькая, Китти Чешир, вот. Или вот Кортли Джестер, вот эти странные чудес все. И Мэдлин Хэттер из кукол Ever After. И такая же маленькая, как Моусилис Кинг и Кирсти Троллсон из Monster High. И еще маленькая там Хулин Вульф тоже. Это она, наверное, вместе с ними такая же маленькая. Вот она вся целиком. Вот такая вот маленькая куколка. Леона Старлинг. Кукла из кукол Академии Грез.